Добрый день, дорогие друзья! Теплые весенние деньки наконец-то пришли в Россию-матушку. Но до сих пор температура в средней части Российской Федерации не достигла тех же высот, которые были во время нашей поездки по Германии. С вами Сергей Силаин из медиа-студии газеты «Известия». Продолжаю знакомить вас с моими видеозарисовками. Сегодня очередная трагическая сцена из нашего путешествия по немецкой земле. Прошу внимания. А следующая процедура, дорогие друзья, крабовое мясо, да, лобстерское мясо, завернутое в особое тесто, сейчас будет погружаться в кипящее масло, да? Матиас, битте погружай. Чикен макнаггетс, яс? Я для наших зрителей, чтобы они понимали, что происходит, как готовится. Ну, сейчас, так сказать, доведем до такой степени, чтобы... А вопрос Матиасу. Сколько раз используется один и тот же фритюр? Вот в России до 20 раз, а у вас... Два дня, не знаю, как часто. Да, но за два дня можно и 50 раз. Два дня, как 50 раз. Мы так часто не делаем, или так много раз маслом не пользуемся, мы не в Макдональдсе. Да. Это мишленовский ресторан, да, друзья мои? Здесь люди не понимают технологию без... Господа, это я, так сказать, по своей инициативе спросил, это еще надо будет в печь положить. Еще и в печь? А, Матиас, куда вы деваете масло, которое после двух дней? Румынам отдаем! Я бы чуть-чуть в Россию не сказал продаем, а вы говорите в Румынии. Потеплее. А ты накладываешь... Чтобы еда не остыла. Накладывается морковка в тарелке с глубоким вырезом, да? Вот, лампы горят, которые все это дело прогревают. Я таких в России не видел. Правда, я и на кухне-то не бывал нигде. Вот. Засуетился Матиас. Я-я. Я-я. А махен зе битте ире арбайт. Я-ой. Я-я. О, это пеппер. Пеппер, я. Так, перцем. Да, это перец уже можно. Перцем он перчит тарелку. О, это надо слизывать? Я могу слизывать тарелку. Господин Матиас несет соус. Давай, так. Соус пахнет достаточно сладко. Сладко пахнет. Вот, заливается морковка. Так, и кладется лобстер, да? И еще зелени чуть-чуть. Вы, если хотите, чуть-чуть зелени. Зелени давайте чуть-чуть кладите. И вот так получается прекрасное... А как называется немецкое название этого блюда? Кроссион vom Nordseehummer mit Karottenkompott. С морковным компотом, я это понял, да. Все дело в том, что в наш зал уже пришли коммерсанты из России, и поэтому мы будем сейчас питаться на кухне. И, везде нужно быть философом и искать свои плюсы, зато не остынем. Поехали, товарищ. Рустам, ваша предыстория. Мы будем дегустировать это блюдо. В первый раз у меня была возможность попробовать лобстера в Малайзии в 2006 году. Но, в свадебном путешествии. Но, к сожалению, тогда меня разочаровал вид убийства этих лобстеров. Меня очень сильно тошнило. Вот, и в конце концов я ограничился только хлебом. Это моя вторая попытка, и надеюсь, она будет удачной. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, Рустам, давайте. Режьте. Так, лобстер. Так, бери, мой мальчик, и... Ну, тихо-тихо-тихо. Теперь ощущения, брат. Скорее, найди слова, брат. Жалко, но вкусно. Ну, тогда ты... Это первый раз человек пробует лобстера, реально. Ну-ка, скажи. Ну, это как Анджелина Джоли. Нет, как Юлия Тимошенко. И руль на голове. Нет, ну они не могут быть такими вкусными. Этот прыщавый и это с косой. Тебе... Ну, это вкусно? Это вкусно. Попробуй. Дорогие друзья, Матиас Манфредович готовит для нас основное блюдо, а именно щеки кого? Щеки коров? Матиас, покажи нам, как ты делаешь щеки коров? Нет, не коров, а кого?
Троликов? Нет, говядина, нет, но... Телятина. Телячьи щеки. Скажи, пожалуйста, а как живут телята без щек? Хреново живется без щек. Трава вываливается. Как их отбирают? Вываливается трава. Ну, покажи, брат. Приходит Матиас, смотрит, у кого щеки раздуты, и начинает их кромсать. Правильно? So, die größten Backen hat, und dann geht's an Schlachten. Поставляет нам только щеки. Только щеки. И не целое живот, а только. Хорошо, покажите, мужчина, значит, из чего состоит блюдо? Из чего? Ну вот картошка, начнем с картошки. Это пюре, да? Это капуста. Das ist Kohl. Нет, это лук. А, лук. С сахаром и с уксусом. Так, и, наконец, щеки, друзья. Jetzt kommt endlich die Backen. Щеки. 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 О, щеки-то нажористые. Да, да, вы ganz schön dicke Backen. Я их еще разрезал, они в два раза больше, как правило. Вот это щеки. За такую, за щеку за такую запустить, да, Владимир? Вот есть такое выражение, между щек. Это, конечно, чистый мед. Где яблоку негде упасть. Рустам, вот это щеки теленка, порезанные пополам. Скажи, пожалуйста, вот что для тебя означает взять щеку за щеку? Хотел себе поцеловать когда-нибудь женщину, чтобы она взяла щеку за щеку твою? Знаете, Сергей, я не буду отвечать на этот глупый вопрос. Накладывается лук обычный для немцев. Сейчас ты возьмешь щеку за щеку, представляешь, малыш, наконец-то воплотится твоя... Это теленок девочек. It's a Mädchen call. Girl call. А девственница была? Girl call. Weibliches Tier. Weibliches Tier. А, окей. От электрошока все-таки порвалось все. Так. Это у нас со сливками пюре. Так, накладывается мясо. Так, и, наконец, пюре. Владимир, вам как-то нелепо доверять щеку, мне кажется? Мне кажется, это слишком какие-то горячие щеки, кто-то имел до меня. Печка. И тогда приступаем или переходим к принятию пищи, да, господа? Все это поливается соусом, дорогие друзья. Вот щеки лежат на этом самом. Щека лежит на луке. Вокруг две капли. Две капли, да. Две капли пюре прекрасного и поливается соусом. Вот и все. Это южно-германское, да? Да. Это с вас точно. Это очень германское блюдо. Дорогие друзья, мы кушаем копченое яблоко с ванильным мороженым. Здесь есть специальный градусник, который замеряет... Который принесет алкоголь для соуса. А, о, 159 градусов этого масла, прекрасно. Ждем коллегу. Возникла необычная тема про терроризм. Значит, те, кто платит, те, кто покупает табак... Табачные изделия и алкогольные изделия поддерживают борьбу с терроризмом. То есть налоги от бухла и табака идут на борьбу с терроризмом? Совершенно верно. А трезвенники и язвенники не поддерживают? Они не поддерживают. Так что их можно назвать пассивными террористами. Курите и пейте, да? Ну, если вы хотите бороться с террором, обязательно. Владимир, вы, я чувствую, боретесь с террором по полной программе. Особенно сегодня. Террор под названием шнапс. Друзья мои, я и не ожидал, что человек, с которым я проведу ночь в одной постели, а затем несколько ночей в одном номере прекрасного дома, будет прекрасной кухаркой, поварницей. Он макает яблоки в тесто с кальвадосом, да, и затем все это дело переправляет в чан с кипящим маслом. Рустам, посмотри, посмотри, глаза фокусированы вот туда. Давай, делай, брат. Зато теперь понятно, кто муж. Ну, в принципе, неквалифицированный труд гастарбайтера. То, к чему Рустам готовился всю свою жизнь в Арыке, в Курган-Тюбе. Да, вот этот чернорабочий немецкой кухни Рустам Вахидов. И, естественно, плоды все забирает себе Матиас. Вот они, все выстрелили, жрать хотят. Друзья мои, отжаренные в масле яблоки в тесте укладываются, как шпалы, на тарелочку. Укладываются. В кальвадосе, да, еще кальвадос там был. Вот, укладываются.
Гражданин Матиас это все укладывает тоже. Господин Матиас, bitte use ice cream. Я воль mein Kampf. О, а вот берется, на немецком языке. Берется шарик мороженого и кладется рядом. С утра все делают так? Вот, ну видите. Ума. Да. Снять вам усе улыбки. О-о-о-о. Так, отлично. А wie heißt diese Speise? Die kommt Apfelkrapfen. Apfelkrapfen. Отличное название. Apfelkrapfen, Apfelkrapfen. Дорогие друзья, это как-то мороженое... ванильное мороженое. Ванильное айскрим. Да. Дорогие друзья, закончился наш первый эфир из студии Гессенского радио, у которого есть свои автомобили голубые, а сейчас произойдет страшное. Сегодня утром, когда мы выезжали на работу, это было 5 утра по местному времени, в темноте я садился за руль автомобиля Opel Insignia. Но я не знаю, как он выглядит. Вот я серьезно, первый раз сейчас увижу, как выглядит эта машина. Потому что ночью я не видел этого, я видел только изнутри. Во! Ты смотри-ка, а? Ну и как? Клевая. А сбоку? Клевая. Вот на этой машине мы сегодня приехали. Слушай, она симпатичная. А спереди? А? Слушай, ну модняк. Я считаю, что модняк. Брат, после трудового эфира извольте принять немножко на грудь. С удовольствием. Сейчас мотню застегну. Вот это смотри, а вообще. А как они храпят сладко сбоку. Да ладно, ты сам-то нарезаешь неплохо. Владимир, покажите коромысло. Так не убавляется. Не убавляется? Вот как так можно? Ну мы что, на гастролях? Я не чувствую праздника. Ну идите, несите свое пойло. Ну почему пойло? Не, я на спине когда, я знаю. Так там на спине сплю. Тебе меньше. Да. А немного ли стаканов-то? Почему много? Все раз. Я-то за рулем, брат. Я не пью. А, вы не пьете? Ну а как я буду пить? Я ж честный. У нас нет там какой-нибудь лимонад. А зачем нам лимонад? Ну так просто спросил. Нет, прекрасно. Конфета про лимонад лучше. Дайте мне конфету прекрасно. Конфета лунный камень. Так, а вот тут у нас стоит наша машина под окном. Вот она. Ходят какие-то люди с бельем, а здесь строительные рабочие что-то делают. Вот они лазят по этим лесам. Погодка сегодня дерьмово. Дорогие друзья, нам уже пора выезжать на завод Опеля. Да, а Сергей все никак не может оторваться от компьютера. Снимите, пожалуйста, вот эту девушку, которую вы... Там... Нет, я уже ту закрыл. Дорогие друзья, нет, перед тем, как отправляться в дорогу, пакистанцы, честные, живущие во Франкфурте на Майне, обычно включают задорную музыку. Включите, пожалуйста. Ну, а прежде подождать немножко? Потише. Развитие. Рустам, я пытаюсь исполнить... Это музыка из дизайн-бюро компании Opel. Может, погромче? Погромче никак. А где нож? Почему в заднице нет ножа? Дизайнерская песня. Дорогие друзья, это была очередная сцена из нашего путешествия по Германии. Завтра продолжим. Это был Сергей Стилавин из медиа-студии газеты «Известия». Пока.